Вот она, друзья, рудра сработала наконец-то. Да хорошо прижимает. Или зацепила за траву. Ничего не пойму. Не могу поднять. Ой! Вот она. Ну вот она, друзья. Вот она. Сработала рудра. Ну наконец-то. Наконец-то. 1 июля. Вот она. Красотка. Эх, сейчас. Прижал вот так к траве, не могу поднять. Вот тут двушечка. Чем же тебя взять? Чем же тебя взять? Вот такая красота. Прижала, прижала к траве, не могу поднять. Думаю, что такое? Ну вот, сентинел. Сентинел. Сентинел новый. И новая. И новая щучка. Вот она. Стояла тут где-то в травке. Ну вот, друзья. Вот такая красота. Привет, друзья. Ну что, очередной я не бог с посылки от рыболовного магазина fmagazin.ru. В данном заказе я заказал новый спиннинг, называется он Касадака Sentinel TS525, длина 2.13. В общем-то, это максимум, который я приобретаю для твичинга воблеров. Ну, может быть, взял бы я и короче, то есть меня устраивает длина 198-183, но, к сожалению, данная модель в этой длине не выпускается. Это второй спиннинг от Касадака, первый у меня тоже Sentinel, ну, единственный тот тест 418 и длина 198. Ну, спиннинг присылают в бумажном тубусе сейчас, тубус бесплатный, хорошо запакован, плюс тут еще накладки мягкие. В общем, все приехало в целости и сохранности. Такой вот интересный чехол. Ну, чем интересный? Ну, какой-то синтетический материал, который легко стирать. В общем-то, вся необходимая информация, то есть название модели, модель SSTN213M Fast, быстрый строй, значит, длина 2.13 метра и заявленный тест 5.25. Ну, единственное, знаете что, вот первый я, который мне прислали, спиннинг в тесте 4.18, у него верхний клапан закрывается на липучке. Почему у той же модели здесь на завязках, я не знаю. Ну, в принципе, это не важно. Ладно, что мы имеем? В общем, такая вот палочка интересная. Ну, точно такая же, как и первый спиннинг, то есть для меня он не новинка. Точно такой же я попробовал, поймал несколько щучек, пробовал, перегружал. В общем, все замечательно. То есть вот такая вот интересная, изящная палочка. Такой, выполнена под мрамор какой-то, не знаю, такая вот паутинка. Прям интересная здесь. Ботки коричневые. Ну, в общем, красивая, изящная палочка. Небольшие кольца. Ну, прежде всего, ручка. Ручка разнесенная. Здесь в основном везде эво, то есть фаргрип, рип-грип, все эво. Ну, единственное, только вот с торцевой части здесь пробка. Катушка-держатель закрытого типа с нижней стороны и верхней гайкой фаргрип, ну, в принципе, вместе. Имеется хук-кипер. Находится он сбоку, то есть не по линии колец, как обычно вот большинство спиннингов, а именно сбоку. Кольца, ну не знаю, на длинных таких лапках, здесь планку прижаты. В общем, это не пуджи, но тем не менее, судя по всему, противозахлестные, тюльпан, соответственно, тоже. На последних трех кольцах имеется такая вот оранжевая накладка. Ну, вы знаете, этот спиннинг как бы... производитель, ну,
классифицируют как универсальные, то есть предназначенные для твичинга и для джигования. В общем-то, строй быстрый, и прежде всего буду использовать его для твича, ну и иногда все-таки джиговать. То есть, ну обычно, как правило, я не беру, то есть осенью, да, джиговик, а так вот летом, в принципе, заменяет и джиговую палку, и твичевую. Ну, что еще сказать? Соединение штекерное достаточно плотно входит. Прям вот он идет-идет, и раз, буквально совсем немножко, и как будто он защелкает. Ну, покажу строй. То есть, вот смотрите. То есть, палочка очень злая. Вчера я это проверил. Бросает, твичит. По самым верхам не валится, то есть, очень жесткая. Вот такой вот катушка-держатель, то есть здесь пробочка, эва. Мне, допустим, нравится длина вот таких спиннингов. Вот если про гайка, катушка-держатель снизу, мне не нравится. У меня такие спиннинги есть, в частности, это Fire. Я даже изолентой заматываю, потому что когда работаешь постоянно вот в твичевой анимации, эта гайка раскручивается. И что бы я ни делал, она все равно раскручивается. То есть вот только изолента помогает. Сверху такого не происходит. Вот у меня с такой гайкой был God Harrier, и ни разу такой проблемы не было. Тоже вчера долго я побросал вот штекерное соединение. Все надежно, ничего не разбалтывается. Был у меня Black Hole, значит, стер. И вот он постоянно, штекер этот, рассоединялся. Ну, такие вот колечки. Вот, значит, противозахлёстные колечки, тюльпанчик. Ну и, собственно, вот эти вот накладки. Ну, у младшей модели то же самое. Пробочка тоже катушечку затягивает плотно. Ну, здесь все необходимые записи, предупреждение о том, что материал бланка обладает электропроводимостью, опасно вблизи линии электропередач, ну и во время грозы. Ну, вот видите, то есть вот кольца, а вот хук-гипер, вот он находится сбоку. В общем, все, что можно сказать об этой палочке. В общем, вот такая вот бюджетная палка. Заказать можно по ссылкам ниже данного видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Как говорится, ни хвоста, ни чешуи. И до встречи на воде.